назад я делал распаковку своих часиков Amazfit Bip. Итак, что же за год с ними приключилось? Начнем по порядку. Ну, во-первых, без костылей уже становится русский язык или язык системы по умолчанию. Они это сделали. Они существенно проработали менюху под них. Они с программным обеспечением делали очень много интересного, но я использую сторонний, так сказать, циферблат. Почему? Потому что для меня он более-менее удобный. Для меня важно, чтобы была погода, количество шагов. Пульс я вообще не мерю, он у меня отключен. Ну и уведомления, а также уведомления разных приложений. Вот. Из конструктивного, чего с этими часиками только не было. Значит, после моря, двухнедельного купания, у них полностью заржавели вот эти вот ушки. В результате чего я снять браслет не могу, да в принципе мне это и не надо. Сверху есть микроцарапинка небольшая. Ну и соответственно кнопка. Кнопка стерлась до такого алюминия. Покрытие на ней полностью стерлось. Так, впрочем, часы работают превосходно. Больше всего порадовало то, что есть у нас уже Alipay оплата, которая на них заработала. Но в нашей стране она, к сожалению, недоступна. Есть список друзей в приложении Mi Fit. Кто хочет подключиться для мониторинга активности, может взять и нажать на паузу для того, чтобы отсканировать код, либо вбить IP. Вот. Логин, вернее, ID логин. Всем пока. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Год часам, и они как новые. Держат очень хорошо. Кто думает покупать или нет, даже не задумывайтесь, берите. Функционала больше, чем в любом Mi Band.